Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию вот такой узор. Изнаночная сторона, обычная. Количество петель должно быть кратно 2. Итак, первый ряд. Первая кромочная. Далее. Основной элемент состоит из 2 петель. Так, 2 вместе провязываем, но не сбрасываем. И теперь первую петлю провязываем еще раз. Вот таким образом, за заднюю стенку. Вот, теперь все сбрасываем. Далее опять. 2 вместе оставляем на спице и первую петлю провязываем. Теперь все сбрасываем. И так до конца ряда. 2 петли вместе, но не сбрасываем. И первую петлю опять провязываем. И последняя петля кромочная. Второй ряд раппорта. И последний. Узор состоит из 2 рядов. Первую снимаем. Далее мы должны сдвинуть наш узор. Поэтому первую провязываем изнаночной петлю раппорта. Далее опять 2 вместе, но изнаночные теперь провязываем. 2 вместе изнаночные не сбрасываем. И первую петлю опять провязываем изнаночной. Теперь все сбрасываем. Опять 2 вместе изнаночной, первую петлю изнаночной. То есть первую петлю мы провязываем 2 раза. Что в лицевом ряду, что в изнаночном. Так до конца ряда. Итак, у нас осталась 1 петля и кромочная. Мы ее провязываем изнаночной и последняя кромочная. На этом раппорт закончился. Далее мы повторяем опять с первого ряда. Вот у нас будет вот такой узор. На этом мы заканчиваем наш урок. До новых встреч!